Так, я хочу попробовать сходить вниз. Я к алтарю сюда пришла. Куда вниз? Вниз, к алтарю. И хочу попробовать сходить в гранитный, в... ну, короче, сюда, в биом. Здесь просто рядом посмотреть, есть ли какие-то тоже изменения еще. Я тебе просто озвучила, что я вниз пришла. Так, вот у нас гранитный биом. Так, с какой стороны тебя обойти-то? Мы, по-моему, были в гранитном, по-моему. Я имела в виду, в харде были уже, да? По-моему, да. Прикольно. А? Прикольно, тут говорю. Вот если пройти вот сюда... Нет, ну это далеко обходить. Это не вариант. Это какой-то недобиом на самом деле, конечно. Мог идти, наверное, смысла нет. Там, наверное, все то же самое, да? Скорее всего. Вот вообще я каких-то новых монстров не заметила. Вот, таких вот цветных мхах. Скажем так. Там и старых, по-моему, не было никаких новых. Ну, в смысле, оригинальных. Или были? Они, по-моему, чисто визуальные. А, край карты. Тише, ты чё к коту пристаёшь? Так, давай я, наверное, отойду. А. Хочешь ребят выпустить? Арчуха спать, ну, или да, все, Арчуха, да? Вон спит. А Тишка, наоборот, побегать хочет. Может, ну, они давай, там повесятся. Давай. Сейчас, может, с Левкой поносится, да. Сейчас, ребят, быстро. Сейчас приду. Тебя спрашивают, Саш, ты пробовал радужные кирпичи, которые выбивали? Так, я тут... Нет, не пробовал. Я, честно говоря, даже не помню, где они лежат. Где-то в блоках, наверное. Червя, тыква. Ладно, я пока пылкий меч, наверное, тоже уберу в копилку. Надо ее почистить будет, копилку эту. Тут старых вещей очень уж много. Пу-пу-пум. Воду, наверное, можно выкинуть вообще. Косу продать. Сейчас попробую глянуть. У меня есть подозрения, где они лежат? Потому что копировать я их не копировал, у нас мало, по-моему. Печать ты имеешь в виду? Угу. Может, мы их в новую убрали? Я убрал. Нет. Может, я их тебе скинул? Ну, если ты мне и скинул, у меня их с собой все равно нет. Может, я их все-таки скопировал? Нет. В копилку? В копилке вроде их нет, в мешке. По сундукам, видимо, разлетелись куда-то. Значит, где-то лежат. Нет, у меня нет. Куда вот я их мог сунуть? Точнее, получается, даже не я. Давай, не перекладывай. Вдруг это ты убрал. Откуда? Я же сказал, я не помню. Я тоже не помню. Точнее, это не я. Ты же не помнишь, а говоришь тогда на меня. Посмотрим, как оно называлось? Радужные кирпичи или как-то так.
Не, не копировал. Нет, у меня там нет. Не хватало, там их 7 штук, по-моему, было. Нет, нет, нет у меня. У меня есть радиоштука и все. С каким-то намеком на рад. Может, я их реально скопировал? Типа, ну, выпадут еще. Хотя я вряд ли бы стал копировать 7 штук. Саша, ты вчера случайно нажал разгрузить и даже сказал, вот теперь не найду ничего. Ну, то есть они все-таки куда-то улетели, наверное. Либо я их все-таки скопировал, вообще без понятия. Надо идти заново. Так, вот, я пришла к паукам. Ух ты, больно-то как. Просто мне кажется, если бы я сюда их убирал бы, я бы сюда их положил. Иди сюда. Здесь их нет. А, ну тут зона маленькая. А, вон туда еще вниз можно пройти. Хорошо, сейчас нет, пройдем. Нет, в сундуке с новыми вещами тоже что-то нет. А с блоками есть? Волшебная ракета делается в небесный разлом. Да, мы вчера зачитывали, ты и я. Жемчужный песок есть. Запретный фрагмент. Кто такой запретный фрагмент, не помню. Вы смотрели? Да, это с песчаной этой тетки. Вроде бы. Что-то я такого не помню. Чего? Возможно, ты смотрела? Я смотрела и тебе зачитывала, что из них угу. делается. Я просто визуально доспехи. Не помню. Доспехи. А почему их два вида? А, потому что из титановых слитков и из адамантитовых слитков. И здесь нет милишного билда, как я погляжу. А, тут и другого-то нет. Тут все на миньонов. А он лучше, чем паучий сет? Не знаю. Ну, надо сравнивать. Риторический вопрос. Я же не смотрела, не сравнивала. Нужно смотреть по статам, по бонусам. Сколько надо эту тетку тогда нагрохать? Один фрагмент, один фрагмент, один фрагмент. По одному фрагменту? Три фрагмента всего вот надо. Это мимик. Ну, надо еще титановых накопать. Хотя это на меньшие из проблем. Магический кинжал. Так, ну что, мне к тебе идти? Ну, ты можешь ко мне пойти. Но тут пока ничего такого интересного. Заходи. Нам еще в пустыню надо походить, наверное. Давай в пустыню, давай лучше можно я к тебе. Можно вниз в пустыню сходить. Давай лучше я к тебе. Давай. Потому что здесь, в общем-то, ничего такого. Я сейчас еще ниже немножко спущусь. Паукам.
Подожди, а мы ходили, по-моему, здесь пытались. Или нет? Мы немножко. Фига у вас там наспавнилось. Нормально все. Скорпионы вот, их не было до хардмода. Вот этой фигни не было. А, ламия была вроде. Или нет, хардмода не было. Хардмода ламии, по-моему, не было. Не было, не было, мумий не было. Тут получается либо на поверхности их пытаться бить, либо глубже в пещерные спускаться слои. Пойдем вниз. Пум-пум-пум. Как бы так вот под землей отследить, если начнется там наверху безумство. Мы услышим, наверное. О, паук? А, нет, сейчас мы подсветим там. А, скорпион, нам туда не надо. Держу этот мяч только для подсветки теперь уже. Очень удобно, на самом деле. За стенками что-то там подсветить. О, как-то мы не очень спустились. Замуровали демоны. А, мы же здесь это окапывались. Погоди, а мы... Да, нам надо, получается, слева идти. Ну, либо здесь пробивать. Опять застраивать, что ли? Давай поднимемся. Обойдем. Как воспитанные люди. Что это? Справа упало? Или слева? А, древняя ткань какая-то упала. Это, наверное, какой-нибудь сет, сет мумии. Кто? Вурдалок. А, ну, кстати, да, вон человек пишет, что можно же погоду включить, а у тебя, скорее всего, погода включена, и ты можешь видеть, что там на поверхности творится. Одно дело, там напишут, другое дело, увижу ли я. Сундук обнаружен поблизости. Где? А, ну да, наверху, я же сама там ставила. Ну, я забываю, что он показывает все сундуки вообще. Опа, могучий ветер. Ну вот, вы просили. Сейчас будем страдать. А она кто? Жесткая, конечно. Песчаная акула. А. Вот оно, да, да, да. Вот они, да, они в бурю. Из-под земли выскакивают постоянно. Черви эти... Пипец. Да вообще ужас. Отвратительные. Да и акулы эти песчаные. Они так не делали раньше. Тетка, выходи. Выходи биться. Нужно этих королевских этих теток поставить. Нужно поставить. Да, мы не подготовились. Нам надо было, пока тут была тишина, аренку хоть небольшую сделать. Ого. А можно не в меня прям вылезать? Вот они все время так делают. Очень больно, между прочим. А-а-а.
какая-то акула мерзкая. Спрашивается, нафига я под водой акул этих фармила? С них он падает, между прочим. Плавник. Да? Да. Все, я в домике. Так, что я хотела? Я хотела. О, пришла. Пришла, да? Не вовремя, да. Ладно, бегу. Потом будем разбираться, что я хотела. В тишине спокойствия сделать. Ой, господи. У меня здоровья очень мало, кстати. А у него здоровья очень мало, кстати. Ты ее уже почти все убил. Все. О, еще один фрагмент. Отлично. То есть и акулы тоже, получается, появляются только когда буря. Вместе с ней, да? Да. Или не вместе? Нет, да, не вместе с ней. И змеи. Просто в песчаную бурю. Да. А голем появляется в снежную бурю. А буря короткая, наверное, потому что она сдохла. А дай мне, пожалуйста, точилку эту. Как она там? Точила называется? Точильный камень. Точильный камень. У меня нет такого. Ящик тебе тоже давать? Да. Ой, надо себе просто кучу копий сделать. В копилку положить в Честера. А что именно? Ну, эти все базовые фигнюшки. Mm. Голем во время грозы появляется. Голем, который... Ну, какой-какой? Снежный. Я же про него так сказала, что там снежная буря. Гроза. Ну, короче, не Настя в снежном биоме. Оп. Все, сделал? Ну да, базовая такая. Изучено. Ну что, можно тогда вниз пока сходить? Можно. Пока мы выбрались, с какой стороны? С левой стороны. Вот здесь спускаться, да, будем? Да, точно. Там надо дырку вот здесь внизу сделать, наверное. Ну так же аккуратненько, как ты делал. Да. Она, возможно, там даже есть. Нет, дырки нет. О, акула заблудилась. Песчаная. Долбится там стену. Где-нибудь вот здесь просто, наверное, пробить дырку и все. А дальше там уже можно спускаться. А не проще вот здесь сразу? Вот как падаешь, и вот здесь вот влево. Сюда, вот здесь проход сделать? Ну да, влево, как ты там делал. Не вниз, а влево. А, влево. Так же аккуратно. Куда ты там влево просто пойдешь-то? И вниз дальше. Влево и вниз. То есть, чтобы не ломать вот это вот, чтобы ты падал на твердую поверхность, а не... У тебя блок где-то один. А, хотя не надо.
Я не очень понимаю, если честно. Я тебе дала блок. Так? А, надо было поставить его на место. Да, и дальше уж куда хочешь. Кто делает вот это? Слева кто-то. Сходи, посмотри. И справа тоже. Это яйцо, наверное, вот это вот. Да, это яйцо было. Саша берсерка включил. В смысле? Почему так быстро долбилось? Оно само. Так и запишем, оно само. О, там новая какая-то, Василиск. А, было, видели уже. Пока ничего такого нового я не вижу. Я так понимаю, что в подземелье именно будет что-то. В подземелье, ты имеешь в виду пустыня? Да. Ну, мы вот сейчас в подземелье. Пока ничего не вижу, пока на меня никто не нападает. О, черви. Большие и противные. И маленькие, не менее противные. Сейчас догоню. Трун-трун-трун. Тут еще, знаешь, что может отличаться от того, что в плане времени. То есть дневные монстры, ночные монстры. Подземелье-то? Ну, вполне, почему нет. Хотя вряд ли, конечно, но... Подземелье, по идее, не должно быть такого, конечно. Да? Ну, по логике. А так я не знаю. О, у нас полно увеличилось, когда ты пришла. Я сейчас умру. Тут ползают вот эти песчаные браконьеры. Кто? О, жареное яйцо. Почему жареное? Почему браконьеры? Жареное глазунья. А кто они там? Браконьеры? Я не могу. А, песчаный браконьер. Ну, песчаный браконьер, все правильно сказать. А, ну да. Яйцо жареное, браконьер песчаный. Почему у меня приклинило, что жареные браконьеры? А чего у вас так много? Вы что, тут пары ходите-то постоянно? А, там крадется. Да уже, да. Беспокойно тут в плане скорости появления монстряков. Ой, я прям на яйцо. Не знаю, есть смысл копаться-то ниже? Титан нравится, что покопать до кучи.
Хотя, ты знаешь, еще можно пойти в джунгли, там еще грести. Где мы еще не были. Так чисто разведывательный курс у нас закончится на этом. Ага. Потом можно будет уже заниматься ознакомительно, так сказать. Заниматься уже прямым фармом там и более конкретные цели ставить. Сейчас пока просто бродим, ерундой какой-то занимаемся. Ну, мы сколько полезного, опять же, сделали за это время, да? Да. На крылья у нас теперь уже. И тетку два раза грохнули. Нам бы ее третий раз грохнуть еще. Ну так, чтобы было. Эти черви запарили нападать в узких местах. Да. Когда не отпрыгнешь. Даже, если хочешь. Живут они здесь, Саш. Сволочи. Выселить. О, едет, едет. Я из-за него факелов понаставил. Какое ровное место. А, музыку записать, кстати, да. Я, правда, не уверен, куда ее ставить. Я же... А я же шкатулку-то копировал нормальную. О, да. А чё ты там делаешь? А, ее надевать надо. Хитрое что-то. Сейчас будем смотреть, что там Саша делает. Оно прям вот так вот можно. Подожди, любую я песню? Я вроде не так как-то делал. Я забыл, как ей пользоваться. Мне казалось, я ее просто ставил. Или мне нужна еще какая-то шкатулка? А, во, все записалось. И что теперь с этой шкатулкой? Все, ее теперь можно поставить и в любом доме? Месте. Ты имеешь в виду? Да, и получить вот эту музыку. Но я не хотел бы в доме иметь эту музыку. А, то есть она всегда фоновая будет, что ли? Угу. Муравьиная кость. Нам не нужна же, наверное. Ладно, я пошла дальше. Давай, я сейчас тебя догоню. А тебе древняя ткань падала какая-нибудь? Нет. Вот, а с кого она мне падала? С мумией по логике? Это не точно. Ну-ка, Честер, иди-ка сюда. Я помню, что у меня был где-то динамит. Динамит не вижу, но вижу бомбу липучую. Без особого разнообразия нужно посмотреть, что тут интересного падает. Угу. Возможно, надо в этой как ее штуке зайти, посмотреть. Как она называется-то? Бестиарий его. А тут можно как-то отфильтровать по пустыне? О, можно. Подземная пустыня. Угу. Песчаный слизень. Набит. С него падает посох с Дизней. Выбит. 20 раз уже выбит. Личинка муравьиного льва тоже все набито. Было. У меня почему-то. Да, но у меня почему-то шансы не указаны. Мумия. С них, кстати, с мумией падают. Вот быстрые часы мы выбивали.
С вурдалаков как раз древняя ткань падает. Угу. Ну что, Урдалака, шансы значит. Непонятные. С василиском мы не знаем пока, что падает. С ползуна какая-то... А, затвердевшая окаменелость падает. С большого червя. Это с червя, да. Вот с этого что-то падает, но мы не знаем, что со скорпионов. Все, что ли? Ну, а тогда вот с лами еще. С лами мы тоже не знаем, что падает. А, так она еще, смотри, может пересекаться со священной, со святой землей, то есть. То есть она просто там водится или она как-то дроп поменяет? Кто? Ну, я имею в виду, что дроп меняется от того, сдвоенный биом или нет. Вряд ли, наверное. Просто позволяет другим мобам, да? Появляться. Не сдвоенный знаю. Биом. Не знаю. Вурдалак. Ткань, давай. Вурдалак. Кстати, в освященную землю надо сходить. Ой, эту... Пещеру. Пещеру, да. Вниз. Ну вот и пойдем. Получается нам. Нам нужно... Не... Оно у нас там как раз пересекается, по идее. С левой стороны ты имеешь в виду? Угу. Ну, нам тогда к океану. Автор, это до мех или вы одного меха побеждали? Мы мехов еще не побеждали. У нас как-то с ними туговато на мастере. Еще не пошло. Они нас обижают. Нет, червяк. Меня просто зажали с двух сторон. Верю. А куда ты улетела? К океану. Зачем? Ну, мы же вроде поговорили на эту тему, я сразу пошла. Мак и воин? У нас нет разделения. Пока, нет, мы не определились. Да и вряд ли определимся. Попробовать хочется все.